давай вместе. Так, с краешек где-нибудь, чтобы нам не заходить. Ходи со мной. Сразу заберешь. Не переживай. Если я выпущу, ногу не подставлю. Одна, конечно. Таня, конечно. Ваня, идите сюда. Чего вы там забились? Ну, так вот, да. Хорошо, песенка. Радость моя. Как дела? Слава Богу. Это? Да, вторую неделю, бочка на первую. Нет, я хотела с тобой посидеть. Сейчас я приду. Просим, конечно. Это что за сумка? Утешитель души истины и жизни, и все исполняет сокровище благих и жизни подателю. Приди, вселися в мне и очисти меня от всякие скверны. И спаси блажи души наши. Благослови нас, Господи, будь милостив нам грешным. Тебе слава веки веков. Аминь. Аминь. Так, всех я сердечно благодарю за ваши молитвы. Все благополучно прошло, везде в поездке было. Безо всяких исключений больших. Вот добрые спутники были в пути. Немного, но было общение. Вот. К сегодняшнему евангельскому чтению, где говорит святитель о зрелище. Был такой случай у меня однажды. Я был на службе одного батюшки и проповедь попросил, он сказать проповедь. Но я проповедь сказал и привел там пример, где однажды вычитал из какого-то православного журнала, или «Душа», вот журнал из него, наверное, было. Там такое, что приходит на исповедь его прихожанка, молодая, и говорит: «Батюшка, я так люблю вот на танцы ходить, как это, можно или нет?» А он ей отвечает: «А ты когда куда идешь, всегда бери благословение у Господа и говори: Господи, благослови меня и будь со мною, не оставляй меня». Батюшка: «Так как же, что, Господь со мной на танцах будет?» «Ну, ты молись так, а Бог тебе этого подскажет, что тебе делать, как поступать». Я рассказал это, а потом батюшка говорит: «Ты знаешь, что у меня было? Что, одна прихожанка моя подходит ко мне и говорит: батюшка, а зачем ты мою исповедь рассказал отцу и акиму?» Он говорит: «Да я не рассказал, как я могу, не было». «Ну вот он сегодня-то сказал, он все обо мне сказал это. Я же вам это говорила, каялась вы в этом. А он это высказал сегодня». Значит, это вот так вот бывает, что. Значит, да.
Ну, потом я с ней поговорил, познакомились мы с ней, с этой сектантой. Ну, вот так вот бывает интересно. Другой раз и просто расскажешь, а это касается человека. Одна рассказывает, я говорю, как ты обратилась к Богу? Как ты вот приняла крещение, все? Она говорит, я студентка была, и было в политическом университете занятие. Муж уже, говорит, ходил, а я еще нет. Я против. Он говорит, ну пойдем, ты послушай, ты можешь задать любые вопросы. И он ответит на любые твои вопросы. Сколько? Сколько хочешь, пиши вопросы. Но я, говорит, готовилась я неделю, написала все вопросы, какие у меня были. Занятия 2 часа. Прошли у меня того, ну, ты еще не задаешь этому лектору-то вопросы. Так он, говорит, ответил на все мои вопросы уже. Я, говорит, получила ответы. И вскоре она также приняла крещение. Потом повенчались. Вот так вот бывает, что вопросы какие, а это уже не от нас зависит, а это работа Духа Святого, так скажем. Что знает, тот, кто лектор говорит, он, может быть, и не знал, что это душа, а через его уста его Дух Святой действует. Я получил ответы на все свои вопросы. Поэтому сегодня пусть Дух Святой подскажет нам, а какая у меня, Господи, почва моего сердца. Обильный плод даст семя, которое ты, Господи, сеешь, у нас вселяется. Это слово его, Господне. Ну, войдите. Кто-то идет туда? Нет, сиди, я сам открою. Да. Были встречи, которые по интернету. Одна раба Божия в Москве, я с ней был как-то знакомый, но вот этот раз пришел, она говорит, знаете, звонит мне, батюшка, я сейчас, говорит, только прихожу домой с работы, уже и поздно, там же на работу в Москве, чтобы на работу утром за 1,5 часа надо выехать, где работает, 1,5 часа до работы добирается, и с работы 1,5 часа еще, это 3 часа только в пути, на работу и с работы. Да успокойтесь уже. Пробки страшные. Я, говорит, только домой, говорит, приду, говорит, не успеваю поесть, скорее, говорит, в интернет и смотрю, говорит, ваши ролики. Вчера, говорит, Игнат Тихонович с Володей калину собирали. В Москве знают, что калину собирали здесь. Я говорю, и тебе, говорю, как-то и смотрят все. Смотрю, говорит, а знаете, как интересно, мы здесь живем, ведь ничего здесь этого не видим, говорит, а это как у вас, говорит, это где? То там рыбу, как они ловят, значит, люди смотрят. Было в нескольких храмах, где там с батюшками познакомился, а я, говорит, смотрю тоже, говорит, это, но смотрю, говорит, и с чем-то не согласен, а в общем-то, говорит, он во многом прав, говорит, все-таки, так надо делать. С чем-то не согласен, но в большинстве, говорит, согласен. Вот так вот. Аллилуйя. Встречали меня братья казанские. Кто помнит, при крещении были в Казани. Отец и сын его с женой. Вот были. Туда я ехал, они подошли, эти трое, да они еще привели с собой дедушку с бабушкой. Дедушке 91-й год. Ну ничего, он так бодренько стоит, да? Привели на платформу, а поезд всего стоит 7 минут. Поезд сейчас в Казань не заходит, он обходит Казань. Там надо... За городом эта станция называется Восстание, не Казань, это поезда, проходящие сейчас через город Казань, не проходят, они обходят Казань. И вот они всех привел их на это. Принесли там мне надо. Я говорю, что принесли, мне не хватит обратно и до Владивостока доехать, не выходить из вагона. Назад пришел один, старший из них. Все, говорят, на работе, поэтому один. Я не звонил, что вы пришли, они сами звонят и, батюшка, когда будете проезжать? Только, ну, сказал. Вот так вот. Всем поклон передают. Радостные такие там. Это. Фотографировали, может, фотографии доходили, нет? Володя? Не знаю. Нет, пока еще. Когда туда ехал, они фотографировали. А, это ролик есть, есть. Ролики давно стоят. Ну вот, в роликах, да. Ну и сейчас он меня один, только он меня фотографировал, уже поезд отправлять, он так меня, я стоял в тамбуре, меня в тамбуре сфотографировали. Вот так вот. Подходил туда, ехал в Тюмени, подходил батюшка, отец Николай, он как-то был у нас в Потеряевке. Вот. Ну все, вот так вот, дорогой в нескольких местах подходили. В Омске, этот раз назад ехал, подошел омский протодиакон
с молодым человеком. Они приезжали к этому патриарху, этот прадьяк, он уже за 80 лет, он сильно больной. Я говорю, отец, ты бы не приходил. Нет, я хочу с тобой еще увидеться, а то, может, больше не придется. Да. Пришел. А мы с ним, когда меня рукополагало, он был при рукоположении. Если бы не он, я бы где-то, может быть, на первом месяце дьяконца, я убежал бы просто потихоньку, бы свернулся и задними дверями бы черный ход, и я убежал бы. А он за мной следил. Только я зайду в алтарь, я думаю, сейчас там я зайду в алтарь, пока не там, я стихарь сниму и теми дверями с алтаря, и только меня видели. А он следом заходит за мной, а я говорю, что? А я, говорит, чувствовал, что ты можешь, говорит, это сотворить такое. Ничего себе. Ага, следил за алтарь. Но я, видите, трудно было, я ничего не знал, это там и выйти, зайти, где повернуть, это, ой, это с архиереем еще служить, это вообще, ничего не знаешь, когда это, куда зайти, где выйти, когда что поддать. Да как называется даже предметы, я не знал, какие. Он там эти трикири-дикири, говорит, иди принеси трики, я говорю, эти рагулины, это что? Точно рагулины. Шики, говорит, на меня как шики, я тебе там рожу. Ну я не знал, как это называть. Смешно сейчас. Смешно. Ну так вот, все благополучно, слава Богу. Приехали. Так, ко мне какие вопросы? Можно, батюшка? От нашей общины, все, кто не сможет поехать, Терентию подарочную с Катериной. Это только с кем-то передадите. Да? А кто, да. Поедет кто-нибудь, братья? Поедет. Так, меня просили от имени жениха сказать приглашение, кто имеет возможность, расположение, приезжайте. Вот. Кто приедет или нет, просили также узнать, кто будет, чтобы, ну, рассчитывать на место там и прочее. Так, ну, кто никто будет? Не поедет. Чтобы в брачных одеждах были все. Поедут кто-то, поедут. Спросите, брат Себастьян, может быть, поедет. Поедешь, Себастьян? Да. Возьми, пожалуйста. Вот ему с ним передайте. Я не могу, я сегодня на автобусе сейчас уезжаю, на автобусе. У меня две сумки с собой. Поэтому вот так, все, что передать, передайте с братом Севастьяном. Так, еще какие вопросы? Батюшка, мы с вами до вокзала. А? И мы с вами до вокзала. До автовокзала? Но я еще не знаю, кто, надо кого-то попросить. Батюшка. Лена, вот Лена хочет нас увезти. Батюшка, а как отец Иоанн-то? Вы отец к нему ездили вроде. Да, мы с ним съездили в Беларусь. Как там проповеди у него, он же проповедует? Он, у него так, служба идет вечером. После кафизмы он выходит и читает какое-то поучение, выбирает поучение там разных, или проповедь какого-то там отца, ну, примерно там не более 10 минут обязательно. Утром, вот, после чтения апостола Евангелия, он говорит проповедь на тему прочитана сегодняшнее Евангелие. Так вот. Ну, вот такое, значит. Занятий как таких нету, пока нету. У другого я был вместе, отца Петра, Михалев, отец Петр. Служит он в больнице МПС. Вот, мы с ним как-то познакомились. Вот. У него в субботу вечером, после богослужения, кто желает, остаются, и они сейчас толкование псалмов проходят. Остаются занятия. Немного, а? Здорово. Да. Немного остаются, ну где-то человек 10 остается. Это, ну, так, побольше, может быть, бывает. Вот. А утром у них с 8 часов идет, значит, там акафист Пантелеймона. Это всегда каждый день, в каждое богослужение, потому что у них больница на храм на территории больницы, и больше у него прихожане приходят с больницы, болящие. Поэтому они молитву Пантелеймона акафист каждый день. У них утром. Потом литургия идет. На литургии он говорит проповедь. Но этот день, когда я был, он объявил, что у нас, значит, гости, и кто желает провести там беседу. Потом остались после этого, провели беседу. Но задавали вопросы о том, как у нас в общинах, устройство общины, как у нас там это все. Вот они об этом больше вопросы. А наши деревни спрашивали, как у нас там жизнь, как идет эта общинная. Вот. Он старается это сделать общим, но там, видите, как. У него от жилых районов она как бы далеко отстоит. Больше у него прихожане, большинство это, которые с больницы приходят. Ну и приезжают с города. Бывает, из города приезжают. Вот. Вот так вот они, значит, бывает такое. Ну это сложно, там же меняются больные.
Ну да, больные меняются, Но есть постоянные прихожане, которые там, это постоянные прихожане бывают у него. В другом храме был, там, где живет мой племянник, где я останавливаюсь, это поселок Новобратца. Там храм Покрова. Идти пешком от дома там 20 минут до храма, где-то так, недалеко. И батюшка там, отец Антоний, с ним познакомились, он тоже говорит, я смотрю ролики, смотрю, говорит, передает поклон Игнатию Тихоновичу, его там сотрудникам, все, значит, я смотрю, говорит, постоянно, говорит, для себя что-то беру полезное. Я был в храме, пришел я утром, и просто я стоял, думаю, помолюсь сзади. А он увидел меня, уже я в прошлом году был, мы познакомили. Валтер, я говорю, да я помолюсь здесь, надо хоть когда-то помолиться в храме. Потом он настоятель был, он настоятель сказал, нет, настоятель сказал, что в храм заходил. Ну ладно, я тогда пошел уже в алтарь. В храм, а в алтарь. Уже в алтарь меня-то завел. Ранее было ранее 7 часов, я пришел на ранее. Знаете, полный храм, ну человек 200, наверное, прихожан было. Много детей, если вот причащать детей, человек 30, наверное, детей было, причастников детей. Так вот. Вот. Но он проповедь говорил тоже, батюшка этот, он такой стройный такой еще, ростом пониже меня, но стройный такой, сухонький, весь этот Антоний. Интересно, это риза большая, у него надел, а риза у него по полу тащится, как шлейф, так это. Большая, а он небольшого росточка такой. Ну, так вот. Другой храм ходил, храм недалеко до построили на горе. Белый храм такой, пятикупольный, высокий. Далеко видать его, он как на возвышенном месте. Пошел я другой раз, пришел утром, как раз с начала службы я пришел. Было 9 человек, а храм громадный храм. Там высота, я не знаю, там сколько, десятки метров, там высота такой, громаднейший храм. Вот. Потом стали подходить, ну, где-то к причастию уже было человек, наверное, может быть, 25, там, с детьями, так вот. Это такой храм, ну, все, пустой. Батюшка говорит там, что, а я стою в храме, и я не могу догадаться, какой Евангелие он читает. Я не могу догадаться даже. И апостолы, непонятно. Я думаю, ну, хоть бы уловить какое-то предложение, хоть одно предложение бы уловить, тогда бы можно... Хоть... Зацепиться что-то где. Это нет. Он... Акустика, еще они стараются это читать так, это, знаешь, как это там, и ничего не слыхать, это, не разобрать. Когда батюшка говорит, это без микрофона, микрофон. Без микрофона, когда говорит, то понятно. Можно хоть тихо, но услыхать можно. Далеко же там, храм-то там это, не знаю, там метров может быть 30, больше, наверное. Зенющий такой. Ну, так вот. Я везде, где был, говорю, приеду, говорю, дома буду стены своих храмов целовать. Никакой акустики, все слышно. Да, все слышно, спокойно. Говорить сегодня плохо, что-то в горле першит прямо даже это, или что-то продул, или что. Поэтому Башка, говорили, вы в Белоруссию еще ездили. В Белоруссию ездили. Что-то можете сказать нам про Белоруссию? Ну что, мы выехали в Белоруссию во вторник, через неделю, неделю пробыли от Саяна, потом в Белоруссию поехали мы. Доехали 555 километров до Могилева. Могилев – это город, где когда-то была ставка Николая II, где там отречение его произошло. Там женский монастырь, и там в этом женском монастыре похоронен тот епископ, который меня рукополагал, владыка Максим. Вот. Он там был, когда и он умер там. Вот. Храм был эти, весь оба разрушено, там монастырек небольшой, там храм один у них вот. Игуменья знает нас давно уже и очень хорошо приняли, там ночлег нам хороший устроили, мы ночевали, а утром рано мы, а она просила, чтобы с сестрами поговорить, говорит, побеседовать вечером после ужина. Но мы приготовились, ждем, когда они дадут там сигнал, чтобы прийти. Мы в своей там в комнате-то. А потом приходит, говорит, не получится, почему? Вдруг, говорит, неожиданно владыка приехал. Все, а владыка приехал уже. Не поговоришь. Все. Старший потому как. Да, мы утром уехали, в 7 часов мы выехали, теперь уже поехали мы дальше, нам до Бреста надо доехать. Еще 600 километров. А там. Ну, приехали, там он же ждал отец Петр, мы приехали во вторник после обеда, вечером богослужение было на Иоанна Богослова и в среду. Вот, там отец Иоанн сказал проповедь. Так он минут, наверное, может, 20 была проповедь. Хорошо сказал проповедь. Ну вот так вот, было небольшое общение с прихожанами. Все, потом на другой день там отец
Петр нас сделал экскурсию по местности. Там рядом граница уже с Украиной, поэтому заранее попросил у нас данные наших паспортов, чтобы выписать пропуска. Иначе, говорит, где-то могут пограничники остановить, говорит, и просто задержать до выяснения обстоятельств. Будет, можно, говорит, на несколько суток могут задержать. Поэтому мы заранее выслали, и он выписал нам пропуска уже. Но нигде нас не останавливали. Мы тогда не лезли близко к границе. Я ему посмеялся, я говорю, отец Петр, давай попробуем, я пойду, что будет. Он говорит, не надо. Ты уедешь, говорит, а я здесь остаюсь. Не надо искушать, говорит, ну так мы. Ну вот так вот и все. Назад ехали таким же путем. А назад уже, когда мы были, там владыки не было, в монастыре опять ночевали. Тогда вечером долго сидели сестры монахини, там их немного, человек 15, наверное. Сестер, все слушали очень внимательно, там отец он говорил, я где подсоединялся, все они. Очень. С ними же никто так не говорит, и это не в каждом монастыре, чтобы так было. Это зависит от игумени. Игуменя такая, она знает хорошо, значит, владыку нашего этого знала, который там у них лежит. Вот, еще раз выкон, значит, нас мы как его чадо духовное, поэтому... Хорошо, и долго мы с сестрами некоторые вопросы задавали. Там. Вот. Старых малость. Старых человека 3, может, 4, а в основном все такие еще. Молодые. Ну, не совсем молодые, скажем, но еще в среднем возрасте. Да, сильные такие еще. Вот. Может, там лет 35-40, там такие. Ну, вот так вот и все. В общем-то, что я больше ничего, наверное, не скажу. А компьютеров-то нету у них там, у монахинь нельзя? Я не знаю, по-видимому, есть, скорее всего, есть. Наверное. Они знали о вас? Что, ну, что общего у вас? Я в прошлый раз, я в прошлом году рассказывал. А, вон как. В прошлом году мы были, когда точно та же беседа была с ней, я не расспрашивал, я рассказывал им об этом, о наших общинах. В прошлом году еще, поэтому в этом году уже я... Ну вот так и все. Еще какие вопросы ко мне? Я сейчас на автобусе уезжаю домой. А там вас встретят, да? А там встретят. На тракторе. Почему? На УАЗике. У Андрея УАЗик хороший, бортовой УАЗик. На УАЗике встретят там. Так. Ну, никто не едет? Едет. Едем? Едет. Васька, тут пока вас не было, тут у мамы у меня почила. Да, я знаю. Я молюсь, я знаю. Спасибо Христос. А до какого числа молиться-то? Завтра конец. 40 дней завтра, да. Ну все, а я думаю, это сегодня, то ли завтра. Как это? Разве есть конец когда-то молитвы? Нет, ну как... Шалтырчик. Нет, я имею в виду, все понятно будет. Шалтырчик, да. Так-то всегда душой. 40 дней. 40 дней как быстро прошло. Спрашивает меня там, что Вашка, а вы как понимаете? Я говорю, я... Всегда за Прасковией я начинаю, говорю, от самой границы, от Бреста. Оттуда Брест, потом, говорю, Могилев, потом иду дальше Москва, Тула, дальше идет мне Казань, говорю, Екатеринбург, кого я знаю, там, с кем имел общение. Дальше Тюмень, Ишим, Омск, ну и дальше, говорю, Барнаул, да, Новосибирск. И дальше потом на восток иду, говорю, там, Томск, Красноярск, Иркутск, где... Вот так говорю. Вот такой, о, как я говорю, так, а как, я иду по карте, просто иду, а так, что я... А так сложно. Да, так, да, а так я не всех не знаю, я знаю, а кто в Бресте, там знаю, кто в Могилеве, кто в Москве, кто там в Туле, в Казани, кто, вот, вот так вот. Так, ну, время сколько, да? Десять минут. Десять часов, начало 11. Ну, в 11 выйдем, я сейчас пока завтра пообедаю и все. Так, вопросов нет никаких ко мне больше? Да нет. Нет, занимайтесь. Спасибо, Христос. Спасибо. Следующий будет мой приезд через воскресенье. В воскресенье там у нас венчание будет. Таин собрать, поэтому через воскресенье. Покаяние на Йонге, а потом... Батюшка, годовое собрание объявите? Ну да, оно то было бы. Вот третье, вот десятое число. Игнатий Игнатьевич, вы сообщите о годовом собрании, батюшка вам поручил. Да, вот как раз 2 недели. Батюшка объявил, что вы сообщили. Кто еще не положил денежку на подарок, положите, и батюшку сейчас передадим.
Толкование на сегодняшнее евангельское чтение. Зачем эту банку? Зачем Сергей Павлович. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Евангелие от Иоанна, 17 глава, с 1 по 3 стихи. После сих слов Иисус возвел очи свои на небо и сказал: «Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя, так как Ты дал Ему власть над всякою плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную. Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя единого истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа». Толкование. Сказав ученикам, что они иметь будут скорби, и убедив их не унывать, Господь ободряет их еще молитвою, научая и нас в искушениях оставлять все и прибегать к Богу. Иначе настоящие слова – суть не молитва, но беседа с Отцом. Если в иных случаях, Евангелие от Матфея, 26 глава, 39 стих, он молится и преклоняет колено, то не удивляйся сему. Ибо Христос пришел не для того только, чтобы явить себя миру, но и для того, чтобы научить всякой добродетели. А учитель должен учить не словами только, но и делами, желая показать, что идет на страдания не против воли, а по собственной воле, говорит: «Отче, пришел час». Вот, он желает этого, как чего-то приятного. И предстоящее дело называют славою, и славою не своей только, но и отчию. Так и было. Ибо не сын только прославился, но и отец. Ибо прежде креста его не знали даже иудеи, как сказано: «Израиль меня не познал». Пророк Исаия, 1 глава, 3 стих. А после креста вся вселенная притекла к нему, показывает и то, в чем состоит слава его и отца. Слава Божия в том, чтобы уверовала и была облагодетельствована всякая плоть. Ибо благодать не ограничится одними только иудеями, но прострется на всю вселенную. Сказал это потому, что намерен был послать их к язычникам, чтобы они не почли этого нововведением, неугодным Отцу. Он объявляет, что власть над всякою плотью дана ему от Отца. Прежде же этого он говорил им: «На путь к язычникам не ходите». Матфея 10:5. Что же значит «над всякой плотью»? Ведь не все же уверовали. Но Христос со своей стороны старался всех привести к вере. Если же они не внимали ему, то в этом вина не учителя, но тех, которые не принимают его. Ибо давать жизнь, и притом вечную, может только Бог. Назвал Отца единым истинным Богом для отличия от лжеименных богов языческих, а не отделяя самого себя от Отца. Прочь такая мысль, ибо и Он, будучи истинным Сыном, не может быть Богом ложным, а есть истинный Бог. Как этот же самый евангелист в соборном послании своем и говорит о Господе: «Иисус Христос есть истинный Бог и жизнь вечная». Первое послание Иоанна, 5 глава, 20 стих. Если еретики настаивают, что Сын есть Бог ложный, так как Отец назван единым истинным Богом, то пусть знают, что этот же самый евангелист говорит о Сыне: «Был свет истинный». Евангелие от Иоанна 1:9. Уже ли по их понятию Отец есть ложный свет? Но нет. Прочь такая мысль, потому когда называет Отца истинным Богом, то называет его так в отличие от ложных богов языческих, подобно как и в словах: «Славы, которые от единого Бога не ищете». Евангелие от Иоанна 5:44. По понятию еретиков выйдет: так как Отец единый Бог, то Сын вовсе и не Бог. Но такое заключение поистине безумно. Евангелие от Иоанна, 17 глава, 4,
4 и 5 стихи. «Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить. И ныне прославь Меня, Ты, Отче, у Тебя самого, славою, которую Я имел у Тебя прежде бытия мира. Я открыл имя Твое человеком, которых Ты дал мне от мира». Толкование. «Ибо на небесах Он был прославлен, будучи поклоняем от ангелов, а земля не знала Его. А как Сын всем возвестил о Нем, об Отце, то и говорит: Я прославил Тебя, посеяв богопознание по всей земле и совершив то дело, которое Ты поручил Мне. Ибо дело воплощения Единородного было осветить нашу природу, низвергнуть миродержца, которого прежде боготворили, насадить богопознание между тварью. Как же Он совершил это, когда еще и не начинал? Все, говорит, что Мне нужно было сделать, Я совершил». Да, Он сделал то, что больше всего. Всадил нас в корень добра, победив дьявола, и самого себя предал всепожирающему зверю смерти. А от этого корня по необходимости пойдут и плоды богопознания. Итак, говорит, Я совершил дело, потому что Я посеял, посадил корень, а плоды вырастут. Естественно, плоти еще не было, естество плоти еще не было прославлено, так как оно не сподоблялось еще ни тления и не приобщалось царского престола. Посему-то и говорит: прославь Меня, то есть мое человеческое естество, которое теперь не в чести, которое будет распято, и возведи оное в ту славу, которую Я, Слово и Сын Твой, имел у Тебя прежде бытия мира. Ибо естество человеческое Он с собою посадил на престоле царском, и теперь поклоняется Ему всякая тварь. Я открыл имя Твое человеком. Но мы много раз говорили, что если тогда имя Божие и было известно, то одним только иудеям, и притом не всем, а теперь говорится о язычниках, что им будет известно имя Божие, так как Христос даже дал уже семена богопознания, низложив дьявола, введшего идолослужение. И иначе. Если и знали Бога, то знали не как Отца, а только как Творца. Но Сын возвестил о Нем как Отце, и словами, и делами дав знать о Самом о Себе. А кто доказал сам о себе, что Он Сын Божий, тот, очевидно, вместе с Собою дал знать и об Отце. 6-8 стихи. «Я открыл имя Твое человеком, которых Ты дал мне от мира. Они были Твои, и Ты дал их мне, и они сохранили Слово Твое. Ныне уразумели они, что все, что Ты дал мне, от Тебя есть. Ибо слова, которые Ты дал мне, Я передал им, и они приняли, и уразумели истинно, что Я и шел от Тебя, и уверовали, что Ты послал Меня». Толкование. Господь хочет утвердить две мысли. Одну ту, что Он не противник Отцу, а другую, что Отец хочет, чтобы они веровали Сыну. Ибо кто верит Христу, тот сохраняет Слово Божие, то есть Писание, закон. Ибо Писание возвещает о Христе. «Ныне, — говорит, — ученики мои узнали, что Я не имею ничего особенного, и что Тебе Я не чужой, но что все, что Ты дал мне, дал не в дар, как созданию какому-нибудь, ибо это не приобретено мною, есть от Тебя, то есть принадлежит мне как Сыну и лицу властному над тем, что принадлежит Отцу. Откуда же узнали это ученики мои? Ибо слова,
который ты дал мне, я передал им. То есть из моих слов, из моего учения, ибо я всегда учил их тому, что есть от Отца. И не учил, и не только этому учил, но и тому учил, что я исшел от тебя, и что ты послал меня. Ибо во всем Евангелии он хотел утвердить ту истину, что он не противник Богу, но исполняет волю Отца. Комментарий Игнатия Тихоновича Лапкина на слова блаженного Феофилакта: кто верит Христу, тот сохраняет Слово Божие, то есть Писание. Почему развитие церковной жизни в православной церкви пошло не по Слову Божию, а через бесконечные наслоения вымыслов? Какие силы были положены на то, чему нет никакого оправдания в Библии? Если на священнике нет и петрохили, поручней, или еще чего-то, все остановится, служить нельзя. А Библии нет тысячи лет, и все строгости, какие Бог высказал относительно Слова Божия, все угрозы, касающиеся сокрытия хотя бы единого слова в Священном Писании, все это переложили на богослужение, от которого теперь нельзя ни отнять и ни прибавить. Чего проще было бы сегодня собраться все вместе, даже в одной епархии, когда священники съезжаются на исповедь, и каждому бы из них поставить вопрос, верят ли они в Бога, в Слово Его, проповедуют ли чисто Евангелие, не насаждают вымыслы человеческие в посомах. Неужели нет ни одного прозорливого христианина, который мог бы так поставить вопросы и нелюбовь ко Христу, к Библии, определить как духовную гибель и за все, что было говорено вопреки Слову Божию, на всех наложить анафему? Апостол Павел клятвою и страшными угрозами за изменение истинного благовестия грозит даже небу и всем апостолам, своим соратникам. Ибо кто верит Христу, тот сохраняет Слово Божие, то есть Писание, закон. 1 Коринфянам 16:22. Кто не любит Господа Иисуса Христа, анафема, маран афар. Послание к Галатам, 1 глава, 8 стих. Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема. 9 стих. Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю, кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема. Ибо кто верит Христу, тот сохраняет Слово Божие, то есть Писание. Кто не сохраняет Слово Божие, тот, оказывается, не верит и Христу, хотя бы и казался верующим. Евангелие от Иоанна, 17 глава, 9-10 стихи. Я о них молю. Не о всем мире молю, но о тех, которых ты дал мне, потому что они твои. И все мое твое, и твое мое, и я прославился в них. Толкование. Я прославляюсь в них как владыка, подобно как и сын царя, имея равную с отцом честь и царство, прославляется тем, что имеет столько же, сколько и отец. Итак, если бы сын был меньше отца, он не осмелился бы сказать «все твое мое». Ибо господин имеет все, что принадлежит рабу, но раб не имеет всего, что принадлежит господину. Здесь же он обоюдно усвояет отчие сыну, а сыновнее отцу. Итак, сын прославляется в тех, которые принадлежат отцу, ибо он имеет столько же власти над всеми, сколько и отец. 11 стих. Я уже не в мире, но они в мире, а я к тебе иду. Отче святой, соблюди их во имя твое, тех, которых ты мне дал, чтобы они были едино, как и мы. Когда я был с ними в мире, я соблюдал их во имя Твое. Толкование. Итак, можно истину сказать, что он говорит это, приспособляясь к их понятиям. Им, естественно, было опечалиться, коль скоро они остаются без помощника.
Он объявляет им, что он врачует их отцу, и его дает им в хранителя. И затем говорит отцу: «Так как ты призываешь меня к себе, то храни их сам во имя свое, твое, ибо твоею помощью и силой, которую ты дал мне». То есть твоей помощью и силой, которую ты дал мне. В чем же хранить, чтобы они были едины? Ибо если они будут иметь любовь друг к другу, и не будут между ними разделений, то они будут непобедимы, и ничто не одолеет их. И не просто, чтобы были едины, но так, как я и ты имели одно мудрствование и одно желание. Ибо единодушие – вот их охрана. Итак, чтобы утешить их, он умоляет отца хранить их. Ибо если бы он сказал: «Я буду хранить вас», они не так бы глубоко поверили. А теперь, когда он умоляет за них отца, он подает им твердую надежду. 12-13 стихи. «Тех, которых ты дал мне, я сохранил, и никто из них не погиб, кроме сына погибели, да сбудется Писание», Псалом 108:17. «Ныне же к тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость мою совершенную». Толкование. Много уничижения в этих словах, если кто примет их не так, как следует. Но смотри, что здесь представляется. «Тех, которых ты дал мне, я сохранил». По-видимому, он заповедует отцу, чтобы и отец хранил, подобно тому, как кто-нибудь, предавая имение на сохранение другому, сказал бы: «Смотри, я ничего не утратил, не потеряй же и ты». Но все это он говорит для утешения учеников. «Сие, — говорит, — говорю в мире для успокоения, утешения и радости учеников, чтобы они одушевились и не беспокоились, так как ты принимаешь их целыми и будешь хранить их, как и я сохранил их, и никого не погубил. Как же, Господи, никого не погубил ты, когда Иуда погиб, и многие иные пошли обратно?» Читаем Евангелие от Иоанна, 6 глава, 66 стих, когда они не захотели принимать плоти и крови. «Со своей стороны, говорит, я никого не погубил. Что только зависело от меня, я ничего не оставил бы без исполнения, но соблюдал их», то есть всячески старался сохранить их. «Если же они сами собой отпадают, то это нисколько не относится к моей вине. Да сбудется Писание», то есть всякое Писание, предсказывающее о сыне погибели, ибо о нем сказано в различных псалмах, в 108, 68, и в прочих книгах пророческих. О частице «да» мы много раз говорили, что Писание имеет обыкновение называть причиной то, что сбывается впоследствии. 14-16 стихи. «Я предал им Слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира. Но молю, чтобы Ты взял их из мира». Простите, «не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и я не от мира». Толкование. Умоляя отца о помощи апостолам, высказывает и причину, по которой они достойны великого попечения от отца. «За слово твое, которое я предал им, возненавидели их. Посему они достойны получить помощи от тебя, так как мудрствующие мирское возненавидели их за меня. Порочные люди ненавидят их, потому что они не от мира», то есть умом своим не привязаны к миру и не истощают своей деятельности для него. Как же он в другом месте, в Евангелии от Иоанна 17:6, говорит: «Те, которых ты дал мне от мира, были твои». Там он говорит о природе их, что они люди и часть мира, а здесь говорит о мыслях и произволение, замечает, что они не от мира, как и я не от мира. Не смущайся сими словами. Апостолы не были так святы и чужды страстей мирских, как Господь.
Он не сделал греха, и не было лжи в устах его, 1 Петра 2:22. А они не избегли немощи человеческой природы. Итак, услышав слова, как и я не от мира, не принимай их за совершенное сходство апостолов с Господом. Но когда это как об отце и о нем говорится, только тогда разумей равенство. Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы во время нахождения их в мире соблюл их от зла. Как и весь мир будет обращаться с ними, как с чужими, но ты, небесный, уже помоги им, как гражданам небесным. Говорит это очень часто вслух ученикам, чтобы они, слыша это, возненавидели мир и не посрамили такой похвалы им. Соблюди их от неприязни. Говорит не только об избавлении их от опасностей, но и о пребывании и утверждении в вере. Господу нашему слава. Слава Христу. Спасибо, Христу, брат. Как много Господь сделал для нас. Принес жертву свою, кровавую жертву. Еще и молил Отца своего, чтобы мы были единодушны, чтобы мы были едины. И это от нас зависит, что мы были едины уже. Кроме его молитвы, Господь молил Отца Своего Небесного, что мы были едины. Но будем ли мы едины, от нас тоже зависит. От нашего волеизъявления. От нашего волеизъявления. Поэтому каждый батюшка говорит, нудите себя, заставляйте. Любить нужно заставлять. Любовь это не только ля-ля-ля, а это труд. Это труд и порой каторжный. Да. Я хотел сказать, что беседовал с братом Виктором Савченко, он во Франции, там, мы с ним долго беседовали. И он рассказывал там вот о богослужениях, там, ну как там вообще у них все происходит. И хочу сказать, что вот в этих странах, он говорит, от жира говорит, просто люди лопаются там. Все для плоти. Там построен социализм для тела. Для души нету ничего. Приезжают, говорит, все стриженные мужчины и женщины, говорит, под одну. Все бабушки, говорит, в штанах, все стриженные, стоят, говорит, в храмах. Зашли с машины, вышли, зашли, по-моему, там постояли немножко, ну там посидели, опять вышли, сели в машину и уехали. Молодежи вообще нету, говорит, молодежи нет. Ну, говорит, такое впечатление, как будто вот сейчас закончится. И ходят только туристы, у них храмы такие. Великолепный, вот батюшка рассказывает, а там еще и древние храмы. Такая вязь, говорит, просто я, говорит, ролики там, говорит, снимал, говорит, пришлю, говорит, хочу прислать сюда, чтобы вы увидели. Вязь необыкновенная, и это строительство в тысячных годах еще было, вы понимаете, никто там храмы не рушил, все и так и осталось, а духовного нету ничего. Но находятся там тоже какие-то передовики духовного производства, и ему тоже досталось Евангелие на французском языке, Новые Заветы. Он говорит, я прочел почти до конца на французском языке. Такой бедный, говорит, язык по сравнению с нашим, с русским, невероятно бедный. Но еретического ничего нету. Но очень мало раскрывается вот там, где духовные чувствования вот эти вот. Очень мало, говорит, раскрыто так слабо. И потому что, говорит, переводил всего один человек. Если у нас переводчиков было 4 духовные академии только, такие маститые переводчики были, да, то у них всего один человек это перевел. Поэтому, ну и, говорит, распространяет эти Евангелия. Сначала, говорит, ложил, он работает почтальоном с 4 часов утра и до 7 у него его рабочий день. На французском. Распространяет на французском. Но у него были, когда русские, он русскоязычным, там, где в храмах, где русскоязычные есть, он распространял вот наши Евангелия, которые Сергей прислал ему. Да, а там нашел, ну, себе как сотоварища какой-то адвентист. С ним поговорил там, как мог, на французском языке. И тот понял, что он тоже верующий, и дал ему пачек несколько вот этих французских. И говорит, если можно, то еще потом возьму. И он французам распространяет теперь французский. Ну,
знает, о чем там написано, он прочитал же. И вот он ездит на велосипеде, там предместье вот этого его городка, Меца, и раздает почту. За это ему дают деньги. Ну, нормально, на жизнь хватает. Он говорит, я сейчас еще взял один городок рядом. С 4 утра никто не хочет работать. Никто. Он говорит, вот и он еще взял городок, и вот сейчас он на 2 городка, как почтальон, по этим домам развозит почту. Они читают газеты. Я говорю, как? Да, у них вот такой вот... Они такие консервативные люди, что они за чашечкой кофе. И если еще к 7 часам я не успел доставить, на меня потом жалуются еще. Поэтому вот такие сложности. Да, такие традиции есть у них. Но традиции религиозные никакие не остались. Ничего нету. Вот сложность такая. Так что брат попросил вас помолиться, передает всем поклон. Да, я говорю, наконец-то ты вышел. Только что с Володей говорили, я прям сетовал. Да что за братство у нас такое? Как уезжают ни слуху, ни духу. Как будто не знались даже. Но тут Виктор вышел. Маленький мальчик у него такой же, как Мирон. Алфея у него. Да. Спасибо, Христос, да, и он попросил помолиться. Он сейчас изучает разговорный язык, то есть классический. Он изучил французский. Да. Теперь разговорный. Разговорный, говорит, намного хуже, потому что там просто какой-то звук, и это уже что-то означает. Вот так. Он говорит, да, очень сложно мне. Помолитесь, говорит, чтобы я вошел сюда. Хотят приехать на следующий год. Приехать и потеряем. Совсем недавно я слышал информацию о том, что вот в католических вот этих государствах европейских был опрос среди жителей европейских государств, и статистика такая, что на настоящее время верующими считают всего лишь 20%, считают себя, а уже как, насколько это вера, это уже другой вопрос, отдельный вопрос. То есть вот насколько уже все стало очень плохо в этом плане. Да, я хотела тоже вам поклон передать. Виктор Николаевич вчера звонил, тоже просил. Всем поклон передать. Оля Савченко звонила, тоже просила поклон передать всем. Все у нее нормально, обучение там идет, все нормально. А я хотела еще вам сказать. Помолитесь еще раз о Гале. Она себя очень плохо чувствует. А какой Гале? Загуляли? Да. Поэтому мы съездим, да, в Зинаиду. А с чего? Потом на неделю, да, ничего не было. И помолитесь сегодня. Я просто забыла, прости меня, Господи. Саша, тихо. Было по WhatsApp, что Саша... Агния и Тарасий уехали в деревню. Вот когда они вернутся, я ей звонила, она трубку почему-то не берет. Как за путешествующих? Молиться, как за путешествующих. Когда вернутся? Может быть, сегодня? Праздники 10 дней будут там после ноября. Все уехали. Нет, каникулы еще не начались. Почему начались выходные? Неделю, да? Вчера на следующую. Татьяна Павловна Стогула тоже передает всем поклон. Случайно вышел на нее, оказывается, телефонов у нее не было. Так, еще кто у нас? Татьяна, женщина болящая. Болящая, Сережа, вот скажет, что и за Галю сильно болит. Ну, о Галине будем молиться, да, молиться. Ну, так что все. Ну, как да. Все те же. Сегодня с Алексеем. Любовь Петровна. Любовь Петровна, Наши загуляют, Наши. Нила. Помолитесь еще за Любовь Николаевну. Она вот прибежит и коротенько, она ухаживает там за больной, за онкобольной. Ухаживает, как бы сказала, бесплатно даже, просто вот сама. А сама себя, она неважно чувствует. Она не высыпается, ужасно. Ничего, она плохая. А и батюшка запретил. Ей батюшка запретил. Нельзя. Валентину Ивановну непорядок в голове. Да, Валентину Ивановну домой забрали, но тоже пока не знаю, какие. Нянилы, нянилы как? А нянилы, что я вчера Потеряевская, она еще Потеряевка, да? Ну, раз они к ней ехали, да. Татьяна Александровна. Я разговаривала с Леонидой Алексеевной. Да. Болеет, она встает еще, сама по квартире ходит, но дальше не... Нянила.
Так, еще кто? Маша, которая такая. Да. Угу. Я была в воскресенье у Раисы Николаевны. Она себя чувствует очень хорошо, но у них телефон они отключили, а сотового телефона у нас никого нет. Она ропщит, почему ко мне никто не приходит, никто не звонит, это я говорю. Да, а телефон-то? Кому звонит-то, телефона-то нет, но я телефон взяла у нее. Если кто желает, то пожалуйста. Да, запишем. Звоните еще, что ли? Да. Посетите, надо посетить. Она, ну, посетила же нам собой воскресенье. Она не звонит? Нет. Ой, все разойдутся утром вечером. Ну, у нее желание есть. Ну, как приехать. Нина Александровна, давайте. Слушайте, Нина Александровна. Пускай Нина Александровна скажет. Нина Александровна по очереди. Спасибо. А тут, ну, все, кто не едут, скажем. Все правильно. В нашем деле у нас каждый, как имея свой путь, должен его и проверять. А правильно, правильно ли мы пути? Встаньте туда, к шкафчику. Вот туда, да. К шкафчику встаньте. И на нас смотрите теперь. Вот тогда. Чтобы... Да все, все нормально. Чтобы видно было, не надо. Ну вот так, да. Отлично. События у нас очень интересные. И я благодарю братьев наших, которые изъявили желание оказать мне поддержку. Они с конкретным предложением. Я не поспешила отвечать на это предложение, хотя я принимаю это предложение как бы внутренне, но понимаю, что оно должно быть не таким. Не экспромтом. Да, и вот не каким-то. Как раз экспромтом все это. Нет, а это нет. Было экспромтом, вот так вот. Нет, да, нет. Именно экспромтом было. И я ценю просто это, я ценю ваши... Но пока... Господь еще, вы Бога забыли. Я пока прошу вас молиться. Мы это и делаем. 4 года уже. Дело в том, что у меня там работа, она идет, она не стоит на месте. И немножко вот Людмила Степановна меня подтолкнула к тому, чтобы мне попросить еще раз у Бога. Я иногда с такой молитвой обращаюсь, чтобы проверить мне себя, а правильно ли поступаю, а вдруг я ошиблась, а вдруг я самомнением занимаюсь. И в этот раз, прослушав ролик, я поняла, что мне надо помолиться так. И я снова обратилась к Богу указать мне путь. И что, и как мне понять, правильно я делаю или неправильно. И я получила ответ. И совершенно неожиданным путем. И он как бы захватил вот сразу как многосторонний охват такой вот ответ, многосторонний. А каким образом он пришел? Через Грузию, город Тбилиси. Я же всегда молюсь Нине равнопостольной, грузинской. И вообще мое отношение к Грузии очень теплое и любовное через равнопостольную Нину Грузинскую. Я всегда к ней обращаюсь, я ее люблю и молюсь. И мое теплое отношение к этому народу грузинскому очень теплое и любовное. Мне всегда хотелось там побывать, пройти в этих местах, помолиться там. И вы знаете, неожиданно открылся такой вариант, что человек ехал из Тбилиси, он ехал по конкретным целям, с конкретной заботой, вез подарок некий. И случилось так, что не состоялось то, что он намеревался делать. И развернулось совершенно неожиданно. Ну, для меня тем более. И вчера мне этот подарок вот через братьев вручают. И там записка. И там адрес мой. Ну, мое имя и фамилия, кому вручить. Вы знаете, это удивительный, конечно, подарок. И он там указывает, почему и каким образом. Я его имя Левон. Я никогда не знала и не знаю этого человека. Я только спросила. Я была в смятении, конечно. Я сразу как-то... Ну, вот правда, поверьте мне, я была в смятении. Я не знала, как к этому отнестись. Все хорошо.
И человека-то я не знаю этого, но я спросила, как его имя и какой его возраст. Ну, примерно как 40-летний вот такой, чтобы мне знать, о ком молиться и кого благодарить. Этот удивительный подарок имеет тоже какое-то свое предназначение. И я поняла, какое, потому что он там намекает о гостеприимстве. И я уже точно знаю, что когда ко мне будут приходить гости, и вы в том числе, а может быть даже из Грузии кто-то заедет ко мне, я буду очень рада. И это были три кружки такие гончарные, ручного производства, уникальные. Вы знаете, какое тепло. Это стиль их. Это, вот знаете, вот я когда... Выразить это невозможно словами. Это удивительно. Батюшка, за мне идет. И дома... Нина, ты опоздаешь. Ну, ты такая. Все. Что передали? Что за подарок? Кружки, я же сказала. И кто будет у меня в гостях, я непременно буду угощать. Из этих Спасибо. Телефон. Нина Александровна в своем репертуаре. Да, брат. Сергей Павлович. Она не успела договорить насчет... Передали через меня. Брат Ливон хотел подарить этот подарок Геннадию Тихоновичу. Геннадий Тихонович не отказался. Он две ночи у меня ночевал. Вот, и он... Деньги мне стоят, я говорю, я не нуждаюсь. Ну, такой расположенный человек. Познакомился по интернету с Геннадием Тихоновичем. Работал он у Германа Стерлигова. Вот, и он православный, да. Он приезжал, что ли? Да, он приезжал, он и уехал. И уехал, да, проездом. Я его приютил, и вот он решил сделать такой подарок. Но вот Нина Жолнерова, она не договорила, времени, видимо, ей не хватило, насчет нашего вот мероприятия о поддержании сестры вот в ее стоянии, так скажем, на улице. Нинином стоянии, да. Есть Марьино стояние, она есть Нинино стояние. Значит. Вот. Она хочет написать письмо. Батюшка посоветовал. Да, она посоветовалась с батюшкой и просит нашей помощи в некоем другом роде, чтобы грамотно это письмо составить. Вот. Так что вот я обращаюсь от нее вот, к Игнатию Тихоновичу. Кому понижестоящий, сначала нужно написать письмо местному. Благочинному. Она уже вроде писала, как-то отдавала, уже рассказывала, что письмо писала. Нет, нет, это по другому поводу. По другому, вот. Леночка, все, он советовал. И это, да, нужно вот это грамотно сделать. Я думаю, братья у нас грамотные. Брат Севастьян и Геннадий Тихонович. Да, она сама лучше напишет. А брат Севастьян что? Не-не, она сама напишет, он сказал, ну, что написать. Ну как, он член приходского совета, грамотный. Нам молиться. Молиться. Молиться об этом деле, чтобы как-то сдвинулось все это. 4 года человек молится. То есть там же тоже, у нее много сочувствующих там людей. Вот, которые потом там этот священник сделал там как-то разделение, то есть неудобство как-то. Но все содействует к тому, чтобы люди расположились к ней в ее доме, из ее чашек, за Евангелием, значит, может быть, там пили чай. И уже сестры Татьяна Кузьминична-то здесь, она уехала. Они написали на магазине объявление, что ведутся занятия по изучению Библии. Вот, пригласили, правда, никто не пришел. Вот, я и предложил, может быть, опять как много лет назад на 9 машинах приехать и возобновить. Вот это вот. Ну, тогда мы на 9 машинах приезжали, сейчас у нас машин гораздо больше. Слава Богу. Вот. Они сразу, нет, нам здесь жить, как бы вот, бояться. Ради страха иудейского, я думаю, бояться. Может быть, правильно, может быть, неправильно, не знаю. Бог знает. Она и сама в смятении. Я, говорит, молюсь, ищу у Бога ответы. Вот какой ей ответ пришел? Подарок дали, но какой тут ответ принимать надо или не принимать? Ну вот она приняла, слава Богу. Вот.
Вот что касается этого. Значит, и еще вот о болящих. Сегодня ночью мне позвонила мама 3 ночи. Вот, извини, сынок, мне очень-очень плохо, приди. Вот, я пришел, у нее гипертонический криз, как я понял. Да, прединфарктное состояние, давление под 170 было, она сбила. Вот, я встал на молитву. Вот, и она, благодаря молитве, значит, ей немножко полегче стало, но утром вот я сейчас звонил, ей опять плохо, ее тошнит, рвет. Вот, вчера вечером, накануне, я ей задал вопрос, говорю, мама, ты хочешь похудеть? Она молчит, я ей говорю, я не знаю почему, я вот как вот Господь спрашивал трижды, любишь ли ты меня? Вот. Я ей трижды этот вопрос задал, она трижды сказала нет. Вот, не хочу. А когда мы молились, она плачет, говорит, Господи, я буду худеть. Я говорю, не хочешь, говорю, добровольно. Вот, Господь сделает так, если ты избрана. Зачем ты больна, ему нужна. И год назад такой был криз уже. Я ей говорил, мама, говорю, лишний вес, сгоняй вес. Я не объедаюсь, я говорю, этого недостаточно. Нужно сушить себя, вот. Прям брать и сушить, вот как я потеряю. Голодом. Сушить. Прям 3 дня не пить, не есть, и так вот прям конкретно. Вот, брат пробовал, но он прям ревностно, так это вот, конечно, не надо, попал. Надо в больницу попал. Но все равно надо пытаться хотя бы среду, пятницу не пить, не есть, это каждый в силах может быть. Ничего там такого нету, всегда так и постили. Надо с врачами, конечно, советоваться. И она, я говорю, почему? Я говорю, давай, причем она как бы, ну вот такое противление, а тут вот Господь вот ее вот так вот через эту болезнь, я говорю, Господь. Сереж, да хотя бы она начала поститься нормально, без жиров, безо всяких, да, без да молоков, там, да творогов и так далее. У нее же еще, кроме гипертонии, еще там сахарный диабет, и ей врачи прописали эту нежирную пищу так же, как вот не хотите добровольно, Господь ведет нас, мы за уши тянем любовью своей. О, для молитвы понятен. Еще что у тебя, брат? Все? Спасибо, Христос. Братья и сестры, сегодня слышали о Сергии, я просил батюшка помолиться, это мой зять. У него герпес на губе и герпетическая ангина, то есть вот поражение внутри, там слизистые, нёбные миндалины, да, очень тяжело там, жжение, невозможно ни пить, ни есть. Так что помолитесь о нём, снижен иммунитет, тут заботы всякие, тяжелые нагрузки на работе. Помолите, Сергей. А он верующий? Да, ну, конечно. Старообрядец. Старообрядец. Еще у кого есть какие просьбы, пожелания? Передам. Спасибо, да. Спасибо. Сейчас еще мужа надо купать, наверное. Там в России потом в конце надо будет много лет оспеть. Будет день. Нет, а когда она пройдет вот это, на той неделе уже. У нее будет во вторник. Ну и все, вперед не надо петь. У меня 8 октября будет. Это когда пройдет. Не надо вперед. Так, Игнат Тихонович, вам слово. И когда я собираюсь говорить, а кому говорить уже никого и нету, все разбежались. Да, кому ты? Значит, вам вперед тогда надо давать слово. Я не знаю, я бы задал батюшке вопросы. Живала, Все, на следующий раз так и будем делать. Так вот, какие у нас гости? Первый раз. Нам важно со стороны посмотреть. Мы-то здесь уже привыкли где-то. Вот у нас гости. Вы кто его знает? Молча только, поднять руку. Вот видите, как много знаете, сын священника, который нам очень близок. В лагере был, а теперь, видишь, взрослый юноша. Я попрошу кратко рассказать о себе и ну, что тебе у нас нравится, что не нравится. Пожалуйста, назовись, кто чей. Я Иванов Иван Павлович, родом с города Камня-на-Оби. В данный момент проживаю в деревне, тружусь во славу Христа. Кем трудишься? По сельскому хозяйству. Молодец. Своим личным способом. Во славу Христа проповедовал. Здесь цель поездки, просто под заказ привозил рыбу. Труженик, да? Вот большой труженик.
к нам как относишься? Какую рыбу хотя бы скажи? Ну ты же не первый раз у нас. Где-то вот отец служит на разных деревнях, как его преследовали, это мы знаем. Сейчас вот ты у нас был вчера, сегодня, да и звонишь иногда. Что тебе нравится и что не нравится? Тем более ты даже в интернете был не раз. Нам нужен взгляд со стороны, чтобы мы не закисли. Это очень важно. Меня переворачивает вот так вот. Сегодня я встал, допустим, 1:25, к примеру сказать. Все, ночью. Я пока отвечу почту, сколько людей. Если бы вы все это смотрели, я в события дня кое-что включаю. Я думаю, патриарх за всю жизнь столько не получает и добрых, и плохих отзывов. Мы только через вас узнали о Библии, а мы православные, ничего. Одна эта фраза чего стоит. И теперь мы только смотрим здесь, и, то есть люди вышли совершенно на другую высоту. А другой там, ну, всякие слова. Вы это знаете. Ваш взгляд на все, ничего нету. Ну ладно, стеснительно, я знаю это. Ну, другое дело. Не, ну вот мы с ним разговаривали, он приезжал давеча. Я его вопрос задал, а что ты сюда-то не заходишь? Заходи, тут братья, сестры, побеседуем. В этот раз он сразу зашел. А он говорит, а зачем это надо? Вот вопрос мне, зачем это заранее надо? Уже знает, что-то не надо. Ну да, что? То есть я вам пойду, помолюсь, да и все. Да он привел, сам еще? Пришел, ушел и все. Ну, то да, есть членом да, общины да. Активной эти люди не делают. Я говорю, ну я понимаю, у тебя просто общины-то нету, ты уже отвык, когда много один. Людей верующих. Если один, и дать что-то им. Если внутри огонь горит, то его не выдержишь. Конечно. Он работяга, первый бежит на помощь там. Пол лагеря нам заменял, когда был здесь. А в духовном плане, видите как, написано, что кровь Иисуса очищает от всякого греха. А впереди написано, если ходим во свете, как Он во свете, запятая, имеем общение друг с другом. Общение и тогда кровь Иисуса Христа. Вот это общение. Это мы друг от друга научаемся что-то, поддерживаем. А здесь нет, один он живет, и на благовестие это не пойдут люди эти. То раздать еще можно как-то. Значит, надо молиться. То есть человек нуждается... срочном хирургическом вмешательстве. Там, где бывает, соседние деревни. Вот мы на соседние деревни, от Потеряевки, 30 тысяч домов посетили. Раздали Евангелие. От Потеряевки только. Понимаете, что такое 30 тысяч? Ты 3 дома зайди. И кроме того, в каждом селе собирали людей. 3 часа и дальше выступаем. Даже которые с нами были женщины, так не очень-то. И то просили руку, чтобы сказать что-то. То есть, выходи на иной уровень, брат. Просто так сидеть еще не будет, не пойдет. Это зарытый талант. Ты даже сможешь свои таланты не знаешь. Священники, а мне не дан талант говорить. Не дан талант говорить, я зашел на этот пьедестал. Зачем ты зашел? Я говорю, тебе талант дам дышать. Как дышать? Так проповедь – это дыхание. Дыхание жизни. Вот батюшка был там где-то, там купола. Да батюшка, да не надо не говорить. Идите вот на Валтес, посмотрите, какое построено. Там состав кирпича. И что? Народ, смотришь, нету. А в одном месте прям колготятся кучей, что они придумали икону, нарисовали, изрезанные младенцы валяются, и достали мощи вифлеемских младенцев. 100% обман. Абортница, вот они тут и колготятся. На вторую букву алфа это названная. Шугани-ка отсюда-то, и храм пустой. Храмы Бог не повелел строить. Один на земле был храм, один, по повелению Божию. Приняты. И когда Соломон построил, слава несравненного Бога наполнила храм. Священники не могли стоять, вышли. Я думаю, не написано, что зашли-то. Они не вышли и все. Они испугали славы Божией. Но дальше-то Бог говорит, сошел на землю Сын Его и говорит, камень на камень останется. Они пока какие вкладыши, там какие камни, Господи, посмотри. Это национальная гордость, храм Христа Спасителя. Все будет разрушено, а вы в плен пойдете. Поэтому сыпанули от него от Христа. Толпа таела 3 тысячи, 7 тысяч. Ну 7 тысяч, представь, да у каждого что-то жует, сидит. Как бы запомнилось-то. Ели, да еще 12 корзин полных-то. На другое место перепил Христос, они пришли. Он говорит, ищите, потому что наелись досыты. Вам нужно, чтобы пенсию увеличивали. На лекарства деньги давали, то есть накорми нас здесь. Это ничего не изменилось. Это копирка идет сегодняшняя. А ты научись благодарить Бога в нужде, когда ничего нету, как Серапион. Все отдал. Холодный и голодный, зажался, дождь идет. Один говорит, а кто тебя, как вот, ну, только вот сейчас улитки голые лежат, так и этот. Оградил. А кто тебя раздел? Он Евангелие одно только оставил, пришел, оно меня раздело.
Это надо додуматься сказать. Оно меня раздело. Почему никто не спросил, пока я не совета здесь? Где ребята? То ли отпуск у них? Я хочу узнать. Ребята? Деревенские где? Исаки где? Он учится или что? Исаак учится, да. Он в Барнауле или нет? Нет, он в Ребрике. Не в Барнауле. Где Терентий учится? Он сейчас в деревне. Деревня, надо узнать, ну где? Где янчуки двое? Люди нуждаются в помощи, молитвенно. Их нету даже. Янчуки какие? Я еще буду говорить, когда вы сами понимаете. Их нету. Они там учатся. Как у них обстановка? Как к ним относятся? Являются ли они свидетелями Иисуса? Пришел ученик, на две пятерки учится. И учительница сразу заметила, около него уже двое стоят. Она внимания не обратила, но через неделю около него 20 человек стоит. Оказалось, баптиста прислали. И он их приглашает в собрание. Ну, пригласи в наше собрание. Еще у нас будет, так к этим трем столбам сонным еще 44 прибавится. Я когда показываю Библию-то, а мусульмане, у нас другая книга, я раз Коран достаю. Ваша книга, ваша Коран. Я переворачиваю по-арабски, считаю, не может баран. Я говорю, такой же, как мы православные. На 150 только один прочитал. А там всего, ну, на другой, а на обложке. На корочке. На 150, которым я видел, разговаривал, спрашивал, ничего не знает. Вообще ничего не знает. Вера одна истина, вера наша. Как старообрядцы? Христос, пророк, не умирал, не воскресал. Самая сильная дьявольская ложь, обольстившая миллиарды людей. Он умер. Сегодня день воскресный. Дальше он не знает, что говорить. Так а мы-то что здесь сделали? Я вот выставляю сейчас мои беседы с мусульманами. Сегодня, ну, ролика на два уже готова, с утра. Вы хоть заходите. Наших-то в интернете, которые приходят на наши занятия, которые ведет Сергей Павлович Пупко. Ох и мало. А ведь время-то такое хотя бы воскресенье. Сейчас придете что, поели, завалились? А у нас там один час занятия, вот здесь занятия тоже нету. А дальше вопросы и ответы. Вы столько пропускаете. Это не будет всегда. Это где-то рядом. Евангелист Иоанн видел небо. Видел спасенных. Но храма, говорит, не видел. А по образу небесному построено то-то. Что ты видел на горе Моисея было сказано, сделай так же. Храма не видел. А кто? Храм есть Господь. А вот этого-то и не знают. Вообще не знают. Храмы. И схромались, бедные. А там нет Господа. Господь сказал однажды, что вы говорите, храм Господень. А как вы себя ведете? Где Бог? Где Слово Его живое, которое перерождает? Ничего не знают. Тут у меня армяне выходят, а в армян так, чашка налита воды, то священник, законного положения от апостольских времен. На 5 столетий раньше нашего приняли христианство. Руки в ладошки священник кладет. И даже не брызгает. Тут и затылок мочит у нас. А там этого нет. Уберет священник руки вот так вот. И лицо и обтер. Все это крещение. Это крещение во всем мире у них такое. У католиков кисточки крестят. Самое главное таинство. Какую-то таблетку дает. Что она как называется? Обладка. Таблетку это дает, он и обмакивает ее, и в рот дает свет католический. А это не один, не два человека, около 1 миллиарда. И они так и думают, так и надо. Папа сидит 83 года, весь бритый, каждый день в облице сидит. Смотреть противно. Хлебные. Ну, вы везде нужны, и нигде вас нету. Типа чипсов что-то такое. Повторяю, у нас по интернету в течение недели идет 2 раза среда. Пятница, тоже 2 занятия, и воскресенье 3. Притом точно по Слову Божию, по святым отцам, вопросы и ответы. Из вас кто? По порядку, начинаем. Ну, подними руку, кто ходит на эти занятия? Чем угодно будут заниматься. Да вы это время сколько тратите это на глупости всякие это? Я знаю один тут. Ходит, причащается. А мне говорят, это ваш? Ну, что, я уже знаю. А вот у него особо он собрал, называется сисечки. Он гоняется, где сисечки. Вот и все. А это суют-то мне, под дых бьют. Теперь я должен идти, разговаривать с родителями, а родители сказать так, чтобы как ой-ой. А что, в чем мы хуже других? Ну вот дальше-то смотри сам, я тебе сказал.
И он где-то что-то раздевается. Еще ты видел одно и то же. Ничего другого нету. То есть развития нету. Это я просто вступление делаю. Вот батюшка был где, каждый раз приезжает, где был, что был, ничего не видел. Ничего нету. Везде одно и то же. Где идут регулярные занятия, где идет благовестие? Вспомните, в Клочки мы приехали. 6 машин, 48 человек. Мы вдоль и поперек это село. И что там было, как подняли? Даже 9 машин. 9 машин было, 9. Да, ну это другая, это... Это другой раз. Корреспонденты. А, ну с корреспондентами 9 машин. Да. Что, что вы? Я ну один раз хотя покажите, где. Нет ничего. Вот Иван Павлович. Отец приехал и говорит, а я знаю, там где-то Севастополь, я не знаю какой, примерно, я говорю, город-то. А вот там дети, и ходят, и по домам, и я говорю, этого нет, это не православные, нет православные. Что доказывает? Давай, на, пиши, посылаем книги, пусть ответят, нигде ничего нет, все затуманено, ничего нет, слышали только. Даже на это не идут. А было время, мы ходили, было время, ездили, все остальное сгинет. Одна душа, спасенная перед Богом, стоит дороже целого мира, полного золотом, не нашей нищетой. Вы знаете, кто Максим?